колокольный звон, и поминальный стол уже накрыт. Слова прощания слились в единый стон, и вновь салют над холмиком звучит. Почетный караул, чеканя шаг, пройдет рядами ровными. А мы поднимем стопку, выпьем за ребят, за жизнь короткую, что прожили они. Так устроена жизнь. Эти строчки написал однажды сам Василий. И сегодня мы их посвящаем автору.